Этот участковый пункт милиции находится в квартале Химик. Более 20 лет он обслуживает несколько тысяч местных жителей. Капитального ремонта в здании не было уже давно, говорят правоохранители. Приступать к нему планируют на днях. В принципе, уже помогли выделить им определенное количество стройматериалов. Это и пластиковые окна, это и краска, и это санузлы. Основную часть работ на себя возьмут сами участковые милиционеры. Заниматься ремонтом будут в свободное от охраны правопорядка время. Мы покрасим коридоры. Покрасим, значит, комнаты, поставим унитаз, раковину, то есть сделаем санузел. И совместно с руководством ГСБ договорились, что мы подключимся к их центральному отоплению, к их, у них отопление, и у нас на опорном пункте будет тепло. Появятся в городе и новые опорные пункты милиции. Один из них откроется в селе Макеевка. Раньше местному участковому принимать жителей было негде. Здание предоставила Горняцкая районная администрация. Теперь в нескольких комнатах необходимо сделать ремонт. Я думаю, в максимально сжатые сроки мы решим вопрос по подключению электрической энергии сюда. И, в принципе, потом поклейка обоев, покраска окон, радиатор, комнатка там небольшая, плюс мебель. Новый опорный пункт появится и в здании Дворца культуры Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Ремонт в комнате помогут сделать студенты. ДК будет очень удобное для них место. А мы максимально будем сотрудничать с ними, поэтому мы за то, чтобы тут навести порядок. Я думаю, что будет много общественных помощников с числа студентов. Это есть спортсмены, которые, возможно, придут в милицию работать потом. Результатами объезда городской голова остался доволен. Есть сегодня целесообразность переноса пункта участковых в места центровые расположения в Советском районе, в Горняцком районе, в районе нашей академии строительства архитектуры. Сегодня главная задача наша была увидеть, поставить задачи и определить сроки. И помочь при этом. Вот это, пожалуй, самое главное. Реконструкцию и создание новых участковых пунктов планируют завершить ко дню милиции. В конце декабря результаты работы проинспектирует городской голова и начальник управления внутренних дел Макеевки. Екатерина Параханяк, Антон Шурга, Панорама.